Привет, дубль 2. До этого я немножко накосячила, в общем. Привет, еще раз. Снимаю видео о покупках, которые я сделала в магазинах. Все это из трех магазинов, из двух физических магазинов и из одного по интернету. У нас сейчас скидки. Скидки у нас практически уже заканчиваются. В некоторых вообще магазинах закончатся уже в понедельник. В некоторых они уже вошли в свою финальную фазу. И, в общем, вот, сейчас я вам расскажу. Первая штука — это вот такой вот шампунь от L'Oréal. Здесь его пол-литра, и он с помпой. Мне очень нравится, когда в таких больших банках еще есть помпа. Как видите, он вот такой вот фиолетовый. Вот. У меня был, до этого я себе покупала два или три, наверное, раза вот такой же шампунь для серых и седых волос. Он тоже фиолетовый, но он более такой фиолетовый. Этот именно для блондинок. И, в общем, очень-очень хочу его попробовать. Я, кстати, очень удивилась, что он был такой же фиолетово-синий, потому что я думала, что у них только один шампунь вообще во всей гамме такого оттенка. И сейчас я вам попробую где-то взять чек, который где-то у меня был, не помню где. В общем, короче, эта штука у меня стоила 24,90. Я за нее заплатила на 50% меньше. Это не тот чек. В общем, ладно. Чека нет, но я помню, что это стоило 24,90, и заплатила я на 50% меньше. Дальше. В том же магазине и в тот же день я купила еще вот такой вот набор. Классный набор. Вот такой вот набор от Биотерм. Он включает в себя... Это пустая коробка, я ее решила не выкидывать, пока не сделаю видео. Как только я сделаю, она просто полетит прямиком в мусор. Здесь у нас Aquasource Ever Plump 50 мл крем. Здесь еще есть умывалка 50 мл, тоник и еще крем ночной. Я сейчас вам это все покажу. И все это, кстати, в очень-очень красивой косметичке. Вот такая вот косметичка. Косметичка мне, кстати, напоминает почему-то. Я не знаю, когда я только вот увидела, я так сразу. Это оно. Такое ощущение, что это наволочка на подушку. Такой вот у нее посыл. Первое, что мне попалось под руку, это вот такой вот тоник. Тоник Биотерм, называется Биосурс. Это нормальная и смешанная кожа. Здесь 100 мл, и вот он был в этом наборе. Вторая вещь, которая была в этом наборе, это вот такая вот умывалка. Здесь 50 мл. Это тонизирующая умывалка для лица. И тоже для смешанной кожи. Еще одна вещь. Кстати, очень-очень большой размер. Я была удивлена этим. Это Aquasource Night Spa. Это, значит, тройной спа-эффект. Ночной бальзам. Он разглаживает, питает, успокаивает и увлажняет кожу. Здесь целых 20 мл. И я помню, что у меня такая же штука была, но там был 10 мл. И он мне очень-очень понравился. Он вообще был не липкий. Действительно, то, что они обещают, то он и делает. Очень классный. Так что этот, наверное, скоро я ему скручу голову. И, собственно, то, что было самое важное в этой коробке, это вот это Биотерм Ever Plump. Aquasource Ever Plump. Вот так вот он выглядит. Как видите, он у меня еще в целлофане, я его еще не открывала. И здесь 50 мл для всех типов кожи. И это значит, он увлажняет и делает кожу более такой упругой, такой напитанной. В общем, не знаю, еще не пробовала. Новый крем, посмотрим. И второй набор, который я купила, и, кстати, я его тоже купила на 50% скидка, он стоил 43,50, и я заплатила за него 22 евро, чуть меньше, чем 22 евро. Один этот крем в магазине стоит 43,50.
50. Потому что обычно у нас к Рождеству приходят вот такие вот упаковки, в которых вы можете найти, например, как здесь, вот крем и еще там 2-3 средства. И стоит такая упаковка точно так же, как стоил бы вот это вот самое главное средство полноразмерное, которое в коробке. Ну, то есть, если вот эта коробка стоит 43,50, то, скорее всего, этот крем также стоит 43,50. Вот. Дальше. Купила еще вот такую вещь. Ее я уже покупала. Ее я уже покупала в ноябре. И она мне очень понравилась. Уже тогда она была... Вот у нас она стоит 39,90. Уже тогда она была очень выгодная. Очень-очень выгодная. Потому что один этот всем известный... всем известное масло для губ у нас стоит 19,90 одна штука, а здесь их 3 и стоит оно 40. То есть фактически вы платите за 2, получаете 3. А в этот раз я купила такую же точно коробку. Здесь такая же точно косметичка, которая у меня уже есть. Она очень-очень такая мягкая, такая какая-то вафельная. И здесь вот 3 оттенка, номер 01, 02 и 03. И я заплатила за это все 20 евро. То есть фактически все 3 по цене одной. Это очень-очень классно. И сюда же я еще вбахала тот один, который у меня остался из моей предыдущей коробки. Потому что 2 остальных я подарила. Вот. Очень я этим довольна, потому что мне кажется, для тех людей, особенно которым нравится этот продукт, а мне он очень-очень нравится, мне кажется, он классный. И в то время как я знаю, что некоторые люди вообще говорят, что он ничего не делает, это просто там какой-то маркетинговый ход, что это не какое-то не масло, там дофига всего там химического, мне это реально делает что-то. И я помню, я была в Италии, и там был очень-очень сильный ветер. Мы пришли домой, и вечером у меня были обветренные губы, хотя обычно у меня губы вообще не обветренные. Я очень хорошо за ними ухаживаю. И я не знала, чем их мазать, что с ними делать, чтобы они пришли в свое обычное состояние. Я взяла и намазала вот этим вот желтеньким маслом на ночь, и так и оставила. Утром я проснулась, и у меня губы как новое, просто новое. Поэтому никто меня не убедит, эти бальзамы, они действительно работают. Вот. Еще несколько вещей, которые я купила. Очень важные, очень нужные вещи, повседневные. Ну, в общем, вот это еще решила показать перед тем, как отнести в ванну. Это вот такие вот ватные диски. Еще такая вещь, это такой вот крем для тела от Гринье с маслами органы и камелии. И это просто замечательно пахнет. Это пахнет просто удивительно. Сейчас я очень-очень сладко, и как-то запах похож на запах вот того геля для душа, который я недавно показывала в покупках от Ив Роше. Очень-очень сладко, очень классно и очень так питательно. Для нормальной кожи, для не сухой кожи, может быть, будет слишком. Но так как у меня зимой на теле, особенно кожа очень сухая, это просто классно. Запах здесь просто чудесный. И обычная цена этого продукта 4 евро у нас. 4, даже немножко больше. Нет, наверное, все-таки 4 евро. Я его купила за евро 90. Вот. Очень я считаю, это все классно. Еще вот такую вещь купила себе. Это Nordic Moisture Match. Крем для лица. И здесь, что мне понравилось, что здесь экстракт лимончика и SPF 20. Увлажнение 24 часа, то есть это такой крем, который можно использовать и утром, и вечером, и когда вообще хотите, и сколько хотите раз. Действительно такое
У него очень-очень приятный запах. Я из-за того, что здесь написано, что он придает свечение, illuminating, здесь вот еще раз показываю, я думала, что это будет сродни MAC Strobe Cream, который здесь у меня. Но это абсолютно не такая же вещь. У него просто такое какое-то мокрое свечение, которое даже когда уже все вот уже впиталось, но все равно кожа у вас, она реально кажется, что она чуть-чуть мокрая, но не в плохом смысле. Кстати, это вообще не липкое, вообще никак. Очень-очень классное ощущение и хороший запах. Вот. И здесь его, кстати, 50 миллилитров, и купила я его за 3 евро, по-моему. 3 евро. Это тоже было со скидкой в 60%, по-моему, если я не ошибаюсь. Еще купила несколько вещей, которые очень-очень нужны. Мне, по крайней мере, я их просто выпиваю. Не в прямом смысле, конечно, но вы поняли. Это вот такие вот два наборчика от L'Oréal. Один и второй. Тоник и молочко. И тоник и молочко. Это две разные серии. Одна серия Sublime Fresh. У меня эта серия стоит сейчас в ванной. Вот такой тоник. Очень мне он, кстати, нравится. И вот такой вот. Это для сухой кожи. И здесь тоник у меня, он уже был неоднократно. Здесь, кстати, обе эти вещи, они по 200 миллилитров. Неоднократно они у меня были. Вот этот вот тоник. Он более густой, чем обычный тоник. Он такой, как будто бы какая-то немножко там сыворотка. Он очень-очень классный для сухой кожи, если у вас сухая кожа. А у меня кожа сохнет зимой, она у меня реально сохнет. Поэтому это просто идеальное средство для сухой кожи, либо если вам уже за 40, за 50. В общем, классная, классная, классная штука. Это стоило 9,90, и я купила это 5 евро вот это и 5 евро вот это. То есть фактически по 2,50. А у нас, по-моему, нормальная цена одного этого где-то 5,90, 4,90 в зависимости от того, где вы купите. То есть ни одного набора, а одной вот этой штуки. Еще что я купила здесь. Вот упала. Еще упала. Еще вот такие вот салфетки. Салфетки для снятия макияжа. Я иногда ими пользуюсь. Часто, конечно, я ими не пользуюсь, но иногда, если лень, либо если нет под рукой чего-то, чем я обычно снимаю макияж, то эти салфетки просто классные, классные, классные. И что мне нравится в салфетках от Nivea, они очень, очень, очень хорошо напитаны влагой, то есть они не какие-то там полусухие, которые вы потом вам придется на них еще наносить средства для снятия макияжа. И, кстати, у меня здесь две вещи, две разных, два разных ступор, два разных вида, в общем. Значит, для нормальной кожи это вот такие вот синенькие, и вот такие вот зелененькие. Это для, скорее всего, для кожи, которая очень какая-то там чувствительная. Скорее всего, да. В общем, и у нас одна упаковка таких салфеток стоит евро 4, наверное, 4,5. Тоже в зависимости от того, где вы будете покупать, но в любом случае до 5 евро. И я купила вот этот набор из двух салфеток за 3,30. То есть один набор салфеток мне обошелся в евро 65. Вот. То есть одна упаковка салфеток. И здесь их по 25 штук в каждой. Я считаю, что это очень-очень классно. Кое-что я оставлю на сладенькое. Кстати, вот и чек нашелся. Чек, который я искала. Теперь, купила я вот такой вот набор от Garnier. Я его не открывала, я его открою, но сейчас я вам хотела его просто показать весь. В его красе. Вот такой вот набор. С оливковым маслом, с оливками. Это
Маска, шампунь и кондиционер. Маска, шампунь, кондиционер. Все эти продукты полноразмерные. Здесь 300 миллилитров здесь в маске, 200 миллилитров в бальзаме и 250 миллилитров шампуня. И у нас обычно маска такая стоит, по-моему, 5 евро, около 5 евро. Бальзам такой стоит где-то 3-3,5, и шампунь где-то тоже 3-3,5. Я купила весь этот набор за 4, за 4,30, по-моему. В общем, довольно такая ощутимая экономия. Вот. И еще одна вещь, которую я купила не себе, это тоже пойдет моему камерамену. Вот такой вот набор от Garnier Pure Active. Этой линией я пользовалась, когда мне было тоже намного меньше лет. Мне очень-очень нравилось, и я помню, я очень долго ею пользовалась. И что мне нравится в этой линии, то, что она не иссушает кожу. То есть, да, это для кожи, на которой могут быть какие-то там возрастные высыпания или там или что-то такое. Но это реально борется с ними, они сушат кожу, просто она у вас не становится как папирус, папирусная бумага. А вот реально это помогает. И что мне понравилось, что здесь вот эта вот штука, вот эта вот, это умывалка, которую можно использовать как скраб, как маска и как, собственно, умывалку. По-моему, это классно, особенно если человек занят, нужно там бежать быстро на учебу, времени особо нет, раз-раз-раз и все сделал и побежал. И вот такой вот крем, который матирующий на 8 часов. Тоже, по-моему, очень-очень приятно. Вот. Приятный весь этот набор. Я помню, что он мне очень нравился. И вещь клю, которую я купила кстати, здесь она очень-очень пахнет. Набрызгала на блотер аромат Жан-Поль Готье классик новый, в новой упаковке, такая баба другая, более угловатая, и вот он пахнет. Вы, наверное, узнали этот набор, вот такой вот Urban Decay. Палетка называется Urban Decay Vice LTD Reloaded. Это та палетка, которая вышла к 20-летию марки, к 20-летию Urban Decay. И ее я взяла тоже со скидкой, она была, сама эта палетка стоит без скидок. Обычно ее стоимость 55 евро, если я не ошибаюсь. Кстати, что 55 она стоила в Италии, что 55 она стоит у нас здесь. То есть вообще нет разницы в Urban Decay по странам, что приятно, что очень приятно. Единственное, что я знаю, что в Италии ее практически уже нигде нет. Ну и здесь, собственно, ее тоже распродали, и тоже ее уже нигде нет. Вот так вот она пришла ко мне с такой штукой, которая защищала эту вот надпись псевдодрагоценными камнями. Единственное, что она собирает отпечатки, это просто сборник отпечаток. Ну это ладно. Очень красивая сама палетка, здесь это все матовое, здесь такое блестящее. И палетка, как я уже сказала, выпущена была к 20-летию марки, и здесь 20 оттенков по 8 грамм, по 0,8 грамма, конечно, если было по 8 грамм, то ей бы цены не было. И она открывается сейчас, как бы ее не уронить, потому что я могу. Нет, давайте я открою, ладно, я реально могу уронить сама. Она открывается, и из нее вытягиваем кисточку, вам показываю, просто кисточка двухсторонняя. Кстати, очень-очень мягкая. И вот такие вот оттенки у этой палетки. Я надеюсь, вам все хорошо видно. Этот золотой, который вот здесь, он шикарный, он просто шикарный. Он называется Gold Mine. Шикарнейший оттенок. И, кстати, я вижу здесь два оттенка. Асфиксия. И асфиксия у меня была
в монооттенке. Мне очень-очень нравился этот оттенок. И я помню, что этот оттенок у меня был лет 12 назад. Реально, очень-очень давно, когда я только познакомилась с маркой Urban Decay. Ее здесь еще не было, и ее здесь очень было трудно найти. И у меня уже был этот оттенок, и он такой вот лилово-розовый, вот этот вот асфиксия. Вот он. Вот. Классный-классный оттенок. И еще у меня есть Twice Baked в какой-то другой палетке от Urban Decay. Еще у меня есть Suspend, тоже в другой палетке. В другой же палетке у меня есть Midnight Cowboy. И все, других оттенков у меня нет, которые бы... Может быть, Smog. Smog, может быть, еще. В общем, вот. Классная палетка. И самое главное, сколько я за нее заплатила. Я за нее заплатила 27 евро. 27 евро 50, то есть фактически ровно-ровно-ровно половину с того, что она стоила. Вот, я очень ею довольна. Она, ее и еще пару наборов я заказывала вот именно по интернету. И они мне все пришли в полном здравии, и, в общем, все классно. Что еще? Кстати, я зря ее закрыла. Несколько слов по поводу этой палетки, если вам интересно. Несколько таких мнений слышала насчет палетки, что вот она какая-то странная, она очень какая-то яркая, здесь очень много синего. На самом деле здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13 практически вообще нейтральных оттенков. То есть здесь только 7 оттенков, которые мы можем назвать более или менее какими-то там яркими. А с этой палеткой можно сделать фантастический нейтральный макияж, но тем не менее у вас что-то будет, если вам нужно как-то там отличиться. Вы вполне можете сделать вот этой вот палеткой что-то и для вечера, что-то и для дня, и очень яркое, и очень-очень спокойное, что вас не выгонят из офиса. Вот. И еще одну вещь забыла вам еще показать сейчас. Можешь ее сложить? Спасибо. Еще одну вещь забыла вам показать. Мой камерамен. И еще одна вещь, которую я купила в магазине. В магазине H&M. H&M. Короче, Hennes & Mauritz, да? Специально не отодрала цену. 3 евро стоит эта пудра, которая стоила 9,90. Shine Control Cashmere Finish. То есть у нее реально такое ощущение, что это такой какой-то мягкий-мягкий кашемир. Она реально очень-очень мягкая. Я ею сегодня не пудрилась, я ею напудрилась как-то вот раньше. Попробовала. Сейчас я попробую открыть без залома ногтей. Вот такая вот пудра. Коробочка, если честно, вот такая вот пудра. И у меня самый светлый оттенок из возможных. Коробочка, если честно, вот посмотрите, напоминает, очень-очень мне напоминает коробочку, которая была у моей мамы, когда мне было так лет 5, может быть 4. То есть такая вот немножко такая ретро, и немножко так дешево сделано, прям скажем. Ну, конечно же, это Hennes & Mauritz, это не Шанель, поэтому, естественно, какого-то особого изыска в пудре нет. Вот. Тем не менее, сама пудра шикарнейшая. Я думаю, что даже если вы ее купите за 9 евро, она реально этого стоит, потому что она мягкая, очень-очень мягкая. Ее здесь 9 грамм, что достаточно много для пудры. И у них шикарная, широкая гамма оттенков. К сожалению, когда я пришла, уже стенд был так подбитый всеми покупателями, и немного было оттенков. Там еще, кстати, у нас были тени, которые были по 2 евро. Я еле-еле сдержалась, чтобы не нагрести каждого по оттенку. Я не купила вообще. Я купила только это и быстро-быстро ушла оттуда. Вот. Я этой пудрой очень довольна. Не знаю, с моим арсеналом пудр заплатила бы я за нее 9 евро. Ну, почти 10 евро. Я думаю, нет, потому что у меня есть всякое разное и много.
Но если у вас нет пудры, если вы хотите пробовать пудру, например, от H&M, можете без страха идти покупать, пробовать, потому что он действительно очень-очень хороший. Вот так вот эта коробочка выглядит. И я подозреваю, что потому что они распродавали именно эти пудры, распродавали почти все блески, почти все оттенки теней. Я думаю, что у них будет ребрендинг, либо они опять будут менять коробочку. В общем, именно поэтому. В общем, вот, нравится пудра, хорошая вещь. Такие у меня были покупки. Я надеюсь, кто-то досмотрел это видео до конца. Два человека точно его досмотрят до конца. И вот. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Еще раз, если вам было что-то интересно, о чем я не сказала, о чем я забыла сказать, спрашивайте, я обо всем расскажу, все напишу. И если хотите там цены я вроде бы как все сказала, да? Вот, на этом все.